Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня я хотела поделиться с вами радостным событием. Вот так начинается наше утро. Наши сатуралисы сделали мне кладочку. Вот так это выглядит. Это угол террариума. Обратите внимание, под мхом, около самого-самого дна. Вот так вот кладочка выглядит. И вот такого размера яички. Это нормальный размер для яиц данного вида улитки, арха ахатины, сатуралис, овумы, у них бывают яйца даже гораздо больше. Это в миллиметрах электронный штангенциркуль, 2 сантиметра, 2 миллиметра одно яйцо размер. Это обыкновенный штангенциркуль, тут хорошо видно 2 сантиметра. Вот еще один у меня тут штангенциркуль и для примера на линеечке по сантиметрам. Овумы у нас бывало несли и больше яйца, а арха ахатина маргината было яйцо у нас даже 2,5, 2 сантиметра, 5 миллиметров. Вот такие огромные яйца у данных видов улиточек, вследствие чего, когда малыш новорожденный, размер его раковины составляет, ну вот уже называется 2 сантиметра, потом он начинает расти, и через месяц плюс 1 сантиметр, 3-3,5 сантиметра раковина, это получается малышу только 1 месяц. Вот такой, как бы, малыш вот такого размера, поэтому, когда часто мне говорят, нам бы малыша, мы хотим растить с малыша, смотря какой вид у ахатин, ретикулят, фулик и так далее, конечно, такого размера яиц не бывает. У них яйца от 5 миллиметров до 7 миллиметров, и поэтому, конечно, они по-другому и растут, и развиваются, и размер яиц разный. С кладочкой сейчас я буду поступать вот таким образом, аккуратно вынимая яички, опрыскиваю с пульверизатора, чтобы они были чистые, без мха и грунта, перекладываю вот в такой небольшой контейнер, в нем нет никаких отверстий, там просто свежий мох сфагнум, влажный. И вот таким же слоем мха свежего сфагнума будут накрыты яйца. Далее закрывается вот это все крышечкой, тоже без отверстий. На крышечке у меня написано вид улиточки, дата, когда отложена была кладочка. И через 25-27 дней открываем, то есть за промежуток времени 25-27-28, бывает пораньше, я начинаю проверять, нет ли вылупа малышни. У нас появляются первые малыши. Если вам было интересно и полезно мое видео, не забывайте подписываться на наш канал. Напоминаю, у нашего канала теперь есть страничка в Instagram, где ежедневно выходит много интересных видео. На нашем канале и в Instagram, и в YouTube сегодня будет видео, как обогревать улиточек в зимнее время года. Ответы на часто задаваемые вопросы моих подписчиков. И еще будет интересное видео про морских свиночек. Поэтому заходите на наш канал в гости, не забывайте, кому полезно и интересно видео. Не забывайте ставить лайки, чтобы другие люди могли посмотреть. Так как часто задаваемые вопросы, как инкубировать кладки, как обогревать улиточек зимой. И вот, как бы, чтобы все уже сразу могли легко найти ответы на эти вопросы. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Кто подписан, оставайтесь с нами. Всего доброго и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!